один из последних в программе «Спасенные сокровища». Еще одна очередь у нас в мае будет один концерт, там уже будет литературный концерт. Я очень искренне рад, что сегодня у нас такое обилие публики. Так много народа сегодня у нас, даже пришлось вот дополнительные места ставить. Это чрезвычайно приятно и радует нас. Значит, это говорит о том, что музей, в общем-то, выполняет ту свою главную роль, которую перед собой ставит, и которую, в общем-то, он и должен выполнять. Быть действительно музеем искусств. То есть стараться давать публике тот синтез изобразительного искусства, музыки, слова, к чему, в общем-то, он и предназначен. Конечно, первый год мы эту программу проводим. Конечно, много тут у нас своих нюансов, много своих, так сказать, каких-то огрехов, ошибок в этом может быть. Но это, как говорится, первый блин. И дай Бог, чтобы он получился у нас не ком. В дальнейшем мы надеемся все-таки разнообразить, еще более интересные программы проводить. И по ходу развития музея, я надеюсь, такие программы будут все-таки осуществляться. А сегодня мы, наконец, выполняем обещание, которое дали вам в январе. Тогда из-за болезни сорвался концерт Алёши Наговицына. И вот сегодня я прошу вас приветствовать лауреата двух уже международных конкурсов юных дарований, которые проходили в 1991-1992 году в Москве, Алёшу Наговицына. Дипломанта международных конкурсов Леонида Усминского. Где-то там папа, который очень много сил и стараний прилагает к тому, чтобы Алёша его конкурсных и так далее. Двух наших замечательных уральских музыкантов. Ну, а программу, я надеюсь, объявит сам Леонид Усминский. Позвольте мне прежде всего сказать пару слов о той чести, которая доставлена нам приглашением в Ирбит. Для нас вообще было откровением и увидеть те сокровища, которые здесь собраны, пообщаться с замечательными сотрудниками этого музея, вообще понять, что еще в России есть люди, которым дорога культура, и вообще, значит, Россия имеет будущее, потому что сейчас такое время, когда, к сожалению, большинство людей как-то забыли, несколько, мне кажется, о тех ценностях, которые прежде всего движут миром. И вот общение с Валерием Андреевичем, как я чувствую, с такой замечательной публикой, так тепло нас встретившей, это для нас огромная честь. Спасибо вам за то, что вы собрались сегодня здесь. Начинаем мы наш концерт. Да, еще пару слов. Значит, программа нашего концерта согласовывалась еще в декабре месяце. Но по некоторым причинам тогда наша поездка в Ирбит сорвалась. И в связи с этим в программу внесены некоторые изменения. Причем, вот так же, как в залах этого музея собраны картины самых разных жанров, так и сегодня в нашей программе присутствует музыка старинная, музыка венских классиков, музыка романтическая, музыка импрессионистическая. Начинаем мы нашу программу с фантазии си минор Телемана для скрипки и соло в трех частях. Музыка.
удивительно ощутил. Вот мы даже, как вот сейчас только что поговорили, по-моему, даже просто концерт вместе рядом с нами немножко мерка, потому что до того убедительно звучит, и я, например, сейчас сижу и думаю, откуда такой опыт уже или полагаюсь, такая тонкость, такие, я просто слово не слышал таких детей. Я думаю, небо послало, наверное, да, Боже, но нужно ее таланты, но не было, я думаю, что сказать. Знаешь, в этом возрасте технику там и демонстрируют, но никак, да какой не те чувства, в принципе. Тут-то и дело, понимаете, технику можно и в таком возрасте, а что бы это изменение, чтобы эту музыку из того века, совершенно не это. Да. 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 Мне это непостижимо, по крайней мере. Вы согласны? Конечно. А что можете добавить, сказанного Светланы Николаевны? А вот второе отделение будет, обещал Кузьминский. Самые разные произведения даже. Модернистские, что ли, постимпровизионистские. У кого вообще на собственном втором отделении? Какие компании? Вот из любимых или из тех, кто на поступах к этому понятию любили? Или все равно, опять же, только музыка звучит? Что бы он не сказал, мне, наверное, все будет звучать прекрасно. Никакой не может быть разницы, что он играет. Все это дело только. Я, например, хочу услышать что-нибудь Сарасанта, но не знаю. Ну, может быть, кто его знает. Пока не подходит. Понимаете, то есть, я знаю, что, по-моему, один каприз должен быть, и она еще не на него кушает, там у них как-то положено или не положено. Должен был уже пользоваться. Дело в чем, что чисто имеет скрипичная музыка, которая так использует, это она более естественная, более органичная, что уже звучит. Хотя те приложения, допустим, исполнена игра, тоже очень хорошо, но когда скрипичный мастер писал и исполняет большой скрипач, это называется умножается. Будем надеяться, что прозвучат не только все явные композиторы произведения, которые писали Павел Пяк, любого инструмента, но и произведения непосредственно скрипача. Посмотрим, как дальше события развиваются. А сейчас надо мне маленький выловить кого-нибудь. Интересно, мне не все признано музыки, а они как-то скажут более конкретные предметы и
расложат. Да, нам не надо хорошо прославить никто. Нам как раз не надо. Thank you.
Thank you.
Thank you.
неимовернейшая радость от такого счастья, действительно счастье, великое счастье от такой музыки, от такого соприкосновения с великим, выдающимся действительно искусством. Ну что ж, они подарили нам музыку. Мы подарили нам наше искусство, наш плод, наши труды, так сказать, в течение нескольких лет. И самое главное, последние два...